О социальной сфере и об экономике Владимир Путин говорил с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, который отчитался о развитии региона. Ну и, конечно, вопросы, затронутые в ходе сегодняшнего общения президента с гражданами, не остались в стороне. Владимир Ильич посмотрел прямую линию. Вы здорово облегчили жизнь губернаторам, столько вопросов охватили. Там видели, наверное, много вопросов по лекарственному обеспечению. И некоторые вещи для меня странновато звучат. Почему? Я там на прямой линии сказал, но и вы наверняка это знаете, не можете не знать. Ведь деньги с федерального центра все выделены. Больше того, даже выделены дополнительные, которые Минздрав считает нецелесообразным сейчас даже использовать. А лекарства не доходят даже до льготных категорий граждан. А где они? Вот с этим нужно разбираться. Конечно, я проследил там и за ходом ваших мыслей, за указаниями, поэтому все, что по прямой линии было, один к одному мы все возьмем. Сегодня же Владимир Путин назначил Амана Тулеева исполняющим обязанности главы Кемеровской области до выборов, которые пройдут в сентябре. Срок полномочий губернатора истекает 20 апреля. Тулеев руководит регионом с 1997 года.